нашої студії завітав автор книги «Властіліни Акіано» Валерій Бабіч. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажіть нам про вашу книгу «Властіліни Акіано». Це вже третя книга із цієї серії про авіаносців. Ми вас слухаємо. Сьогодні вечором в бібліотеці Кропивницького состоїться презентація книги, от цієї «Властіліни Акіано» називається, в 16:00 вечора буде презентація. Это действительно третья книга. Вот здесь сбоку стоит третий том. Первые две книги из этой трилогии... У нас так уж есть в студии. Так. Да, первые две книги из этой трилогии. Это вот книга «Наши авианосцы». Это первая книга вышла. И вторая книга была «Город Святого Николая и его авианосцы». Ну, какие особенности? Чем же эти книги отличаются? Первая книга написана была на основе дневников, которые я вел на двух наших авианосцев, «Новороссийск» и «Баку», Средиземном море, Северной Атлантике. Это дневники. Они дополнены воспоминаниями, и таким образом получилась книга из двух частей. Очень интересная по фабуле, по содержанию, потому что она рассказывает о непосредственном контакте с иностранными кораблями и самолетами в море. Вот эта книга, она не напрасно называется «Город Святого Николая и его авианосцы». Она здесь сделан упор на истории Николаева. Конечно, я, в общем-то, для того, чтобы это сделать, очень много пришлось поработать с архивами и в центральной библиотеке Гмарёва, в которой архивы сохраняются еще с дореволюционных времен, вот, и в других архивах. И таким образом здесь как бы проходит главной красной линией рассказ о том, каким технологическим путем Николаевские заводы судостроительными стали одними из лучших в бывшем Советском Союзе, и каким образом только наш завод Черноморский мог строить авианосцы. Тобто тепер про останню, вже останній ваш випуск. Тепер последняя книга «Властіліни Акіано». Чем она отличается? Я решил, поскольку в первых двух книгах речь шла только о наших авианосцах, построенных на Черноморском заводе, а ведь мы знаем, что американские судостроители были впереди в этой области кораблестроения, то я решил эту книгу посвятить и нашим авианосцам, и американским. То есть вторая часть книги, первая часть книги, она почти наполовину разделена. Посвящена первая часть книги нашим авианосцам, вторая часть книги американским авианосцам. До речі, є вже книжка на англійській мові, так я розумію, так? Правильно. Ну, поскольку здесь об американских кораблях рассказывается в этой книге, я решил сразу сделать эту книгу и на английском языке. Причем переводил я сам. Книга здесь, в общем-то, довольно большая. И иллюстрована. Перевод, да. Я об иллюстрации скажу особо, поскольку она этим отличается. И вот книгу я сразу решил переводить на английский язык сам. В общем, перевел, но потом я понимал, что должен посмотреть профессионал перевода. Я нашел переводчика Черноморсудопроекта Аршинникова Василия, спросил, возьмется ли за это он работу, потому что работа это большая, сложная. Он взялся, он подправил то, что я перевел. Но для того, чтобы ее сдать на английском, это пока сделан только контрольный экземпляр. Контрольный, единственный. Но сделан уже довольно представительный. Для того, чтобы ее сдать на английском, конечно, перед этим должен настоящий англоязычный человек посмотреть и уже сделать окончательный. Но, в общем-то, она сверстана, сделана вся работа издательская, сделана фактически это дело, работа и прочее. Теперь, чем еще какие особенности в этой книге? Если в этих двух первых книгах очень много текстового материала, и вы знаете, сейчас из-за того, что все связаны с интернетом, не у всех хватает времени для того, чтобы большие тексты читать. Здесь, в этой книге, я сделал упор больше на иллюстрации. Так, но, конечно, помнитно, что в попередних книжках иллюстрации меньше. Да, а здесь очень много. Но, и тут больше кольорові уже. Да, здесь в этой книге 384 страницы. Из них 304 страницы цветных фотографий. Это очень много. И причем... Такая дорогоцінна книжка, я бы сказала. Да, была, знаете, в чем проблема? Когда я искал издательство, я искал, где бы выпустить эту книгу, чтобы она, именно цветная печать, оказалась качественной. Потому что если цветную печать сделать некачественно, то просто вся работа будет смазана, на смарку пойдет. Я очень долго искал, потому что я хотел, конечно, книгу в Николаеве издать, по всем издательствам прошел, но они честно признались, что вот такую книгу они не смогут издать. Я в Киев поехал, нашел в Киеве издательство
издательство «Саммит книга», которое, опять-таки, в общем-то, оно вызвало у меня доверие, и я не жалею, что я с ними связался, потому что книга получилась просто великолепна. Вот сегодня на презентации я некоторые отзывы прочитаю, которые я уже получил по этой книге, тоже от профессионалов, которые сами издают книги, и, в общем-то, они хорошо отзываются. Ну, да. Вот здесь, и среди этих книг, еще одна представленная книга, которую хотелось бы сказать. Это книга о николаевских журналистах. О. Она выпущена. Здесь несколько есть фотографий, кстати говоря, из телевидения. Книга. Да, эту книгу сегодня на телевидение подарю. Вот эта книга выпущена и стала тоже заняла особое место, потому что многие люди, которые читали эту книгу, они говорят, что она имеет, эта книга для истории Николаева, не меньшее значение, чем мои книги об авианосцах, потому что через жизнь, это о жизни творческих людей Николаева, не только журналистов, и многих других творческих людях, и, допустим, Нина Григорьевна. Тобто история Миколаївщини зібрана в цій книжці. Да, через судьбы журналистов. И, в общем-то, многие считают, что эта книга очень для Николаева тоже важна. Пане Валерію, нам цікаво, ось ми поговорили тільки про значення даної книги про журналістів нашого міста, як мені прослідковується історія Миколаївщини, а ось саме значення цілої збірки про авіаносців, які були випущені і від нашого Чорноморського заводу, і від американських виробників. Яке значення саме для нашого міста має не тільки кожна книга окремо, а ціла збірка, і чи планується ще продовження у вас? Ну, я думаю, что пока на сегодняшний день вот эта трилогия, книга, она, в общем-то, довольно подробная. Вы видите, какие это ёмкие книги сами по себе. Вот. Я думаю, что она ёмкая, и, в общем-то, я и не хочу распыляться. Меня часто спрашивают, а почему вам не написать о том, о другом? Я взял, избрал своим путем эту историю рассказать об истории строительства авианосца, поскольку это вершина кораблестроения не только в нашей стране, где мы строили, единственный наш завод Николаевский мог строить, но и за рубежом, кроме американцев, больше никто не может строить. Ну, строят там англичане, французы. Вы знаете, в любой стране, когда заказывается строительство авианосца, проходит, ну, 20. Вот англичане сейчас сдали авианосец свой последний, Queen Elizabeth называется, королева Елизавета. У них ушло 22 года на то, чтобы от момента заказа до момента окончания строительства. У нас и американцев где-то по 7 лет уходило на строительство одного авианосца. Но поскольку они шли чередой, то каждые 3 года выпускали авианосцы. Это очень сложная работа. Я считал, что для истории Николаева очень важно оставить след. Понятно, что я не знаю, или мы когда-то возвратимся к строительству авианосцев. Вот. Но рассказать историю... Я маю знать свою историю. Вот я хотел бы вот здесь на последней страничке, здесь сказана вот такая моя фраза, здесь много чего сказано, но вот здесь смотрите, как важно. Это цитаты. Выражает суть, чего я хотел добиться. Автор считает своей главной задачей сохранить историческую память об авианесущих кораблях, построенных в Николаеве, одном из крупнейших мировых судостроительных центров, и считает, что брошенные им зерна исторической памяти со временем дадут благодатные всходы. То есть я надеюсь, что вот, и сохраняя вот такую память, мы как бы поддерживаем веру людей в том, что судостроение может возродиться. Эту же веру добавляет то, что у нас функционирует прекрасный кораблестроительный университет, который сможет со временем подготовить хорошие кадры для этого. Моя задача именно в том, чтобы сохранить историческое наследие наше. Скажите, а сколько тривала работа над книгой и какие складности выникали під час хороший вопрос. Третьего выпуска? Вы знаете, я когда начал первую книгу писать, я ее, в общем-то, случайно, я начал просто свои дневники восстанавливать. На эту книгу ушло у меня 5 лет. На все последующие, вот здесь лежит 4 книги, у меня еще есть, на каждую книгу уходит 4-5 лет. Понимаете, быстрее не получается. Если книгу писать... Тяжкий такой труд, до речи. Да, нельзя, это исторические данные, фамилии, даты, когда происходило, нигде не должно быть ошибки. Потому что я часто читаю книги об авианосцах, много людей пишут. Mm-hmm. Я их пионерскими называю книгами, потому что... В них авторы совершенно свободно обходятся с данными, с техническими характеристиками. Это нельзя. Вот читаю, попадаю на одну такую недостоверную данную, цифру или сказку, мне уже дальше неинтересно читать, потому что я знаю, что вся книга будет такая.
Поэтому, чтобы написать такую книгу, нужно много очень работать, подверять. Вот на каждую книгу ходило 4-5 лет. Но вообще вы знаете, что я не писатель, что я кораблестроитель. Я в свое время, когда откуда появились эти книги, когда строили корабли, я работал на Черноморском заводе, сначала руководителем группы вооружения на этих кораблях, а потом стал начальником конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского завода по строительству этих кораблей. То есть это моя тема, я ее могу раскрывать. Що ж, я думаю, наші телеглядачі матимуть змогу поспілкуватися з вами, обговорити абсолютно усі сторінки кожного із випусків на вашій презентації книги. Сьогодні, 16 лютого, о 16-й, так сходяться цифри. І ми дякуємо нашому ранковому гостю. Не забувайте, наші дорогі друзі, маєте змогу сьогодні поспілкуватися із автором, погортати сторінки цієї дивовижної книги.